Всем добрый день, всем доброго времени суток, спасибо всем подписчикам, спасибо всем новым подписчикам, спасибо, что вы меня смотрите и ставите комменты. Возникла ряд вопросов, на которые я хотел бы вам ответить, потому что всем не успеваю я отвечать ни на телефоны, ни на письма. И, пожалуйста, смотрите, надеюсь, вы найдете ответы на свои вопросы. Меня не видно на экране. Я решил вот такую заставку сделать, как я еду, так сказать, на, по, на работе, как я рулю по, по дорогам и смотрите и слушайте то, что я буду вам рассказывать. Кому кто-то найдет свои ответы. Кому-то понравится это, кому-то не понравится. Некоторые там беспокоятся, где я пропал. Я на месте, все нормально, работаю, как-то как, -то, как -то не слаживается у меня, что-то не знаю. Итак, первый вопрос. У меня спрашивает очень часто, очень много, почти каждый спрашивает, работает ли эта схема до сих пор. То есть та схема, что приехать к туристам, получить права и дальше менять статус и оставаться работать, менять статус, получать иммиграцию и так далее. Все работает как работало. Я это делал давно уже, и видео мое было тоже давно, пару лет назад, но я сейчас, 2019 год, я повторяю, что все это работает сегодня у нас 8 декабря 2019 год на сегодняшний день все работает то есть вы можете приехать туристам э отучиться в автошколе найти работодателя и начинать работать все это будет работать и менять статус на границе как все меняли до меня после меня и как я это все показывал рассказывал следующий, следующий вопрос задают. Какой шанс есть, чтобы получить турвизу? Ну, ребят, этого я вам не могу сказать, но знаю точно, что чем больше печати, так сказать, чем больше грязный паспорт ну в том плане, что куда-то вы ездили, откуда-то путешествовали, тем как бы больше шанс получить туристическую визу. То есть э, офицеры смотрят на то, что вы куда-то ездили, приезжали в одну страну, в другую, в третью возвращались и на мой взгляд, ну и так я слышал, что легче так получать, то есть когда паспорт вообще чистый, Тогда они сомневаются и начинают задавать еще какие-то вопросы, еще какие-то бумаги требовать. Так что старайтесь куда-то куда ездить, чтобы у вас был как бы, паспорт использованный, что вы туда-сюда путешествуете. Следующий вопрос. Как получить турвизу в Канаду? Ну, на это я сразу говорю, я затрудняюсь это сказать. И я не могу это сказать. Почему? Потому что у меня был безвизовый въезд в Канаду. То есть я заехал как турист, но мне не нужна была туристическая виза. Я гражданин другой страны, ну то есть гражданин Израиля, скажем так. Если вы граждане Евросоюза, то вам тоже не нужна виза в Канаду. На полгода вы имеете право заехать как турист. И в этот срок сделать, просто, опять же, получить права и найти работодателя и начать работать. Вот так же и я сделал. Вот. То же самое, если у вас будет турвиза, ее вам дадут на полгода, как я уже говорил, и как вы это уже знаете. Вы заедете сюда и в течение полгода, то же самое, вам нужно найти работу и начать работать. Так, вопрос такой, влияет ли язык в поиске работы? Ну, конечно, влияет, ребят. Ну, чем лучше вы будете знать язык, тем легче вам будет объясняться с работодателем и, так сказать, предлагать себя и общаться и так далее. Ну, это не значит, что нужно каждому знать идеально язык и, и прям вообще разговаривать перфектно, ну, так сказать. Не, я, я не знал язык, как-то пальцами, как-то жестами что-то понимал, что-то потом догонял, перед этим как бы мне подсказывали, что будут примерно спрашивать. Ну, как бы это влияет, да, на поиски работы, легче будет найти работу, но это не значит, что у вас будет там супер язык, и вы прям раз придете, и вас возьмут на работу. Это тоже дело случая. Но язык стоит изучать заранее и будет плюс, если вы будете знать его. Такой вопрос вот следующий. Стоит ли ехать как трак-драйвер, востребованная ли эта профессия? Ну, ну, конечно, стоит, если мы об этом разговариваем. Ну, смотря, смотря на что вы рассчитываете, опять же таки. Если вы, если вас там все достало до такой степени, что вы хотите изменить свою жизнь, изменить страну и где-то поселиться в другом месте и начать жить, так сказать, работать тоже, то стоит. Если вы думаете, что здесь вам свалится гора золота, куча денег, лопатой будут сыпать на вас, это нет, такого не будет. Вот. Ну, для меня лично была цель уехать с той страны, где я был, и остановиться здесь. Я не говорю, что я здесь супер хорошо живу и, и так далее. Живем нормально, как все. Нужно работать, нужно платить налоги и смотря, какая, опять же, таки, смотря, какая у вас цель для, когда вы уезжаете. Следующий вот вопрос: можно ли закончить в Монтане автошколу? Как вы знаете, я живу, ну, может кто знает, может кто не знает, я живу в Монтане, нью брансик И вот говорю, когда вы приезжаете туристом. И в статусе туриста приехать просто в Монктон и закончить автошколу, такое невозможно. Может быть, вы и сможете в автошколу отходить, там какие-то курсы закончить, теорию часовую, так сказать. Ну, не, час, не один час, а там сколько часов скажут. Но сдавать экзамен на трак в Нью-Брансике, в Монктоне, это, не, наверное, не получится у вас. То есть Онтарио э, дает право заканчивать автошколу в статусе туриста, то есть учиться за, э, в статусе туриста на грузовик и заканчивать, сдавать экзамен и получать э, водительские права на грузовик, на трак в провинции Онтарио, Торонто. Итак, следующий вопрос. Изменились ли требования для иммиграции? Ну, ребят это нужно вам заходить на сайт я не изучал последнее время не смотрел какие требования для иммиграции нужны но опять же такие там я знаю сто процентов что нужно нужен язык уровень 4.5 балла вот и и собрать документы необходимые для иммиграции. Эти документы все висят на на официальном сайте, на правительственном сайте в свободной в свободном доступе можете открыть, это зайти и посмотреть, какие нужны документы, даже скачать. Там все видно, какие нужны требования, какие документы. И опять вопрос такой хороший: поможет ли? наличие американской визы в поиске работы. Ну конечно, конечно, поможет это очень большой плюс, потому что я всем, кто мне звонит, с кем я разговариваю в общем по телефону, Всем сразу говорю, ребята, делайте американские визы. С американской визой будет проще вам устроиться, найти работодателя, устроиться на работу. Первым делом работодатель будет из двух-трех человек выбирать у того, того и возьмет того, у кого будет наличие, так сказать, американской визы. Я не говорю, что вы не найдете работу без американской визы. Возможно, найти работу и без американской визы. Но будет тяжелее, потому что все работодатели хотят, чтобы вы сразу же, когда пройдете там первое ознакомление, как здесь говорят, ориентейшн, сразу вы садитесь за руль и едете на Америку. По Канаде есть, здесь хватает водителей, все работодатели хотят, чтобы вы ехали на Америку, поэтому с американской визой будет вам легче устроиться на работу. И сразу же, вот есть вопрос, стоит ли ехать без американской визы в Канаду для иммиграции на трак драйвера. Ну, я уже только что рассказывал, для чего нужна американская виза. И стоит ехать, скажем так, в том плане, что без американской визы возможно найти работу. Я же повторюсь еще раз. Но будет тяжело. И опять же в эту тему вопрос, возможно ли получить американскую визу, находясь в Канаде. Я не сталкивался с этим, я лично не сталкивался с этим, я ехал уже с американской визой. Но я знаю ребят, которые получали здесь уже американскую визу, то есть приехали они без американской визы, начали работать, нашли работу, начали работать проработали какое-то время, месяц, два, может три, и подались на американскую визу. Но есть такой еще пунктик, что одному вот, допустим, дали американскую визу, а другому не дали. Это уже будет, будет зависеть, опять же, от офицера. От офицера тот, который будет рассматривать вашу заявку на американскую визу. Вот. Что нужно там, как как сделать так, чтобы получить ее сто процентов, никто не знает, скажем так, я тоже не знаю. Одним дают, другим не дают. Вот как-то так оно работает. Вопрос тоже интересный. Есть ли ограничения по возрасту для иммиграции? К сожалению, есть ограничения в разных провинциях по-разному. То есть я знаю, что в провинции PEI, то есть на острове Принц Эдвард тайланд где я делал иммиграцию, там возраст до 59 лет можно сделать иммиграцию. В провинции Нью-Брансик, где я сейчас вот живу в Монтане, ну не именно в Монтане, в провинции Нью-Брансик, до 55 лет. То есть и изначально когда приезжаете уже ближе к этому возрасту, то нужно, конечно, посмотреть, куда поехать, в какую провинцию из этих двух, чтобы наверняка успеть сделать иммиграцию. Потому что иммиграция может затянуться. Обычно иммиграция происходит, если через рабочую визу, то примерно иммиграция занимает 18 месяцев. Но есть еще другая иммиграция по программе Pilot. Вопрос так, как искать координаты автошколы? Ну, ребят, ну сейчас же уже, я не говорю, что я сильно умный, но все же в интернете, все открываете интернет, Google, забиваете автошколы Торонто, вот и все. Ничего сложного нету. И нету такого, что вот у меня не открывается, у меня не находит, у меня блокируется. Вот такой пример. Мне позвонил человек и тоже поинтересовался вот этими всеми вопросами. И потом говорит, как найти автошколу. Говорю, ну вот в гугле забиваешь. Он говорит, нет, не, не получается, не могу найти. А ну, говорю, давай. Он открывает, мы, так сказать, разговариваем. Он, говорю, открывай Google, забивай автошколы Торонто. Он забивает, да, находит. Ну как так не получается? Все получается, в интернете все есть. То есть легко открываете автошколы Торонто, даже по-русски пишите. Единственное, в конце можете поставить э, английскими буквами A, ну, то есть нашу букву А и букву Z, английскую Z, ну, знаете, какая-то, вот, в конце. Почему? Что такое AZ? AZ это на трак, то есть A грузовик и Z это воздушные тормоза, чтобы вы ориентировались, потому что там от, может открыть много автошкол всяких, а то просто легко, для легкого автомобиля, она вам не нужна. То есть открываете AZ автошколы Торонто и там сразу на первой же страничке вам вы, выдаст, я знаю, я просто уверен, три автошколы Торонто, они русскоязычные, и вы выбираете любую. Я не хочу рекламировать никакую, а то скажут, что это скрытая какая-то реклама. Просто говорю, как найти эти примерно школы. Если будут какие-то вопросы по автошколе, просто скажите, напишите мне или позвоните, спросите. Вот нашел вот такую название, такую и такую школу. Какая лучше или какая. Просто они, я знаю, там русские три автошколы сразу выскакивают. Они все одинаковые. Все там нормальные преподаватели и все нормальные цены примерно одинаковые. Но если вы хотите еще более, чтобы увереннее, то позвоните. Я вам расскажу как бы примерно, что это собой представляет. Как-то вот так. Вопрос такой. Нужен ли опыт работы на траке? Со стороны исхода. Это поможет ли в поиске работы в Канаде? Э -э ну как вам объяснить? Э опыт работы нужен ну, просто для того, чтобы вы себя увереннее чувствовали. А то, что... Скажем так, я, у меня не было никакого опыта работы вообще со стороны исхода. Я когда в Канаду приехал с, катего... с правами на легковой автомобиль категории Б, скажем так, до этого никогда не ездил на грузовике и не знаю, что это такое. Здесь начал я ездить. Вот. Поможет ли в это в поиске работы? Ну, просто вы придете к работодателю и скажете, да, я ездил, вот у меня есть права, так сказать, и я, у меня опыт работы, там, 10 лет. Он, он все равно скажет, садись давай на грузовик и покажи мне, как ты умеешь ездить. Вот. Я тоже, как бы, не ездил до этого, но я сказал, что я могу ездить. Это одно. А если вы идете по программе Pilot, есть такая программа, многие уже об этом слышали где-то видели где-то знают краем уха вот то там обязательно обязательно нужен опыт работы когда вы идете по этой программе это вам даже не нужно ехать в канаду вы можете со своей страны искать работодателя предоставлять ему свой опыт работы действительно доказать его нужно ну, то есть взять бумагу с того места, где вы работаете и предоставить это все. Но при этом всем еще нужен, обязательно нужен вам сертификат о сдаче английского языка. То есть IELTS, ну IELTS, скажем так, это в Канаде, есть еще CLP можно сдавать. Вот мы берем за пределы Канады, там только IELTS. И когда вы это все предоставите, там тоже вам дадут перечень документов, какие вы, это сам работодатель, он предоставит как перечень документов, какие нужно. Вы это все соберете, пришлете ему и будете уже там общаться и работать. Но это если у вас есть опыт работы, действительно. А так, если вы приедете туристам, получите права, ну да, скажите, что вы умеете ездить, это хорошо будет, это чисто ваша самоуверенность. Я просто сильно хотел здесь остаться, то да, я говорил, что я работал туда-сюда, но никогда не ездил до этого, никогда не работал, так что все нормально будет. В каких провинциях можно учиться по тур-визе? Такой вопрос еще. Я знаю точно, что можно в Онтарио, провинция Онтарио, то есть Торонто непосредственно. Куда-то где-то в деревню ехать я не думаю, что будет хорошо. Ну, смотрите, можете куда-то и в деревню поехать учиться. Но в основном все едут в Торонто, в сам город. Вот. И провинция Манитоба, это, это Виннипех. Но там одна автошкола и там один вроде как экзаменационный центр, и там очень большой наплыв людей. Я не говорю ничего против этой автошколы, я вас не отговариваю, звоните туда, узнавайте сами это все, в интернете опять же таки можно это все найти, но там говорят очередя на 3, 4, 5, а то и полгода вперед, чтобы только вождение сдать. А если у вас виза на полгода, то есть на 6 месяцев, 3 месяца, вы тратите на теорию, на вождение, там это по закону должно так быть, провести должна автошкола, это все. И потом еще ждать полгода или те же 3 месяца, скажем так, пока у тебя вождение будет. И дай бог, что сдашь это все с первого раза экзамен, потому что бывает, что не с первого раза сдают. Вот. А виза уже заканчивается туристическая, и нужно что-то делать, и потом люди не знают, что делать, куда бежать, и как продлевать, и так далее. Начинается другая проблема. То Одна проблема давит то, что ты не сдал, нужно пересдать, нужно опять делать какие-то затраты денег на это, опять нервы, опять это все дело, и плюс заканчивается виза туристическая, это все очень-очень тяжело будет морально. Вот. так что я бы, наверное, лучше поехал, ну и я и поехал в свое время в Торонто и там сдавал на права. Там быстрее очередь идет и быстрее продвигается все. И три автошколы, может и больше есть автошкол, но я лично знаю три автошколы. Вот. И очередь быстрее. Там несколько экзаменационных центров в округе. Можно учиться в одной автошколе. Позвонили в экзаменационный центр. Очередь далеко сильно. В другой позвонили. Очередь чуть ближе. В третий позвонили. О, очередь вообще рядом. Пошел и сдал. Не сдал, не получилось. Опять перезвонил в другой экзаменационный центр. Заказал по новому очередь. И так оно быстрее продвигается. Ну вот и все, друзья мои, что я хотел вам сказать. Не буду вас сильно напрягать своими ответами, э, вопросами, ответами. Видео коротенькое, чтобы вы посмотрели от начала и до конца, без перемоток. Будут еще вопросы, конечно, точнее есть еще вопросы. Следующее видео еще раз отвечу на другие вопросы. На этом все. Спасибо за внимание. Если кто-то услышал свой ответ, это хорошо. Получил, так сказать, ответ на свой вопрос. Это хорошо. Если кто-то не получил ответ на свой вопрос, пишите в комментариях. Я постараюсь его увидеть, выпишу и сделаю еще потом видео на такую же тему, ответы на вопросы. Спасибо за внимание. Оставайтесь со мной. Всем удачи, всем ровной дороги. Все, всем пока-пока.